мы так делать не будем. Так, подождите, дорога убита. Мы, короче, просто находимся далеко от того самого места. Мы просто едем с Кубани. Вот поэтому, да. Так, 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 так. Ой, еще один фиат, смотри, как у меня стоит. Серебристый только. Давай, пейжо, боксер. Что ты как не боксер? Давай, 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 давай. Сейчас мне подушку надо менять на машине. Все тут надо ремонтировать. Это сортировка, это район Нижнего Новгорода, самая окраина. Блин, ну короче, да. Но я живу не на ней, так что не думайте. Это совсем другой район. Нам сейчас еще ехать километров 3, наверное, до того места. Это самый лучший шаурма. Ниже, ну, по моему мнению. Конечно, если легендарная типа шаурма на Средном, то мы туда не поедем, да и она мне не нравится, честно говоря. Она уже изжила свое. Она вначале была хорошей, когда учился в универе, да, а сейчас она уже скатилась, потому что когда я зимой покупал, мне не понравилось. Ну, прям не то. Так, пробовать я лично. Ты какую шаурму? С курицей. С курицей. В сырном, в белом? В сырном. Да я свинину просто буду. Ну мало ли, что это проблемы еще. Это не то, то не завезли. Ой, это вообще рот называется. Но она не подошла, она не начала переходить, поэтому все норм. Давай быстрее. Блядь. Блядь. Вот так бдашки потом пошли в жопу и догоняют. Это, кстати, очень самый такой ужасный район считается. Здесь, короче, ну, всякие маргинальные личности проживают. Тут находятся общаги, куча алкашей и так далее. Ну, Сашке бы понравилось, конечно. Хованские будут правила этим районом. Сашка, да. Еду в машине, даже после купания. В трусах. Так, 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 сейчас будем стоять. Перекрестки. Можно снимать все, я потом нарежу себе материал. Может быть, этот ролик добавим минут на 20 все. Больше воды все дела. Просто минут на 20 снимаем все. Да, снимай просто, если что, паузу ставишь на какие-то моменты и все в одно раз продолжаешь. Это я по минуты и новые запускаю. Ты что, дурак что ли? Пиздец, Маш. Зачем? Ну я думал, что это не лучший вариант. Вот вообще не лучше. Снимай лучше так, на паузу. Снимай сколько можешь. Если что, вырубишь, заново заснимешь. Потому что, блядь, по минуте мне потом эти ролики сортировать. Это вообще пиздец. И сколько ты уже наснимала? 2-3 ролика. Так. По минуте? Это что, хочешь сказать, я в минуту еду? Что-то, мне кажется, как-то врет. Let's go, по-товарищу. Вот такой звук, когда глушителя нет. Когда глушитель отсутствует на машине. Сейчас пробка будет собираться, но нам, в принципе, далеко, и мы поедем там. Я жрать просто хочу, просто знаешь, тут одно на другое наложилось, поэтому чего нет, магазин дровосек, Амарат дровосек. Шикарно, шикарно. Стадион Нижний Новгород, 6 километров. Вот мы примерно находимся от него. Был я на нем один раз, на матче с крыльями Советов. Да, это было избиение просто. Фига себе, тут гайцы не могут стоять? Могут гайцы стоять. Блин, слушай, да это за этой калиной со сломанным зеркалом уже давно едем. Наверное, тоже США. Будет прикол, да, еще гайцы останутся, скажут, молодой человек, а почему вы в трусах? Слушай, какая разница? Главное, в футболке, я не знаю, в чем прикол, короче, в правилах дорожного движения есть такая тема, что с голым торсом ездить нельзя, я и хрен знаю, типа, не знаю, это отвлекает кого-то, ну, как-то. Такое может отвлечь только Минора, либо Марата, но не более того. И либо
мы что-то мало знаем про наших гаишников. Посмотрим. Давай быстрее, япона мать! Гец, быстрее, гец! Чуть с поворотом. Осуждают этих. Сигналит. Так, там справа далеко машина? Да, а то Логан опять. Нижний Новгород, начало нового. Яма. Так, мы теперь есть как быдло, чтобы попасть там, чтобы что-то не стоит на красном, пройдем вот так. Дедуля, подвинь. Двинься, он не слышит пахар. Блядь, ёпа, на нас срать. Пиздец, ему похуй вообще. Пиздец. Я хуею. Такой поход, который я не знаю. Фикс прайс. Блять, еще один. Да что за день-то такой? Пиздец. Так, а здесь что у нас на вынос, да? Штуковый период, или так можно сказать. Я, короче, встану вот сюда. Прекрасное место для обзора. Шаурмы. На фоне каких-то ебеней. Вон сам вот этот страус-лебедь. Из покрышек. Конечно, как же без него. Так, подожди, я сейчас буду штаны одевать. Не надо это снимать, пожалуйста. Можешь пройти, прогуляться. Шаурма нынче без лука. Лук — это цена золота. Вкладывайтесь в лук. Лук вам друг. А Марат не друг. Хули какой-то сказал. Куда в баке идешь? В баке? Тихо, тут нас везде нас. О, кан. Понимаю. Куда вот ты меня привел? На шмотки. Я на работу не хожу. А, блин. Так что себе можешь приобрести. Идем тогда, пойдем обзор на Волгу. Смотри, тут ящики стоят. Тут есть чем поживиться. Короче, они там, скажем, оказывается, у них большой. Поэтому сейчас спокойно еще можно прогуляться. И потом вернуться за шарупой. В любом случае, я еще не оплатил ее. А деньги у меня на карточке, так что я ничего не потерял. Да какая Волга? Я все равно до сих пор не знаю. Блин, ну брызговики вот из этой херни, вот эта резина старая, это, да, это вечный брызговик. Слушай, какого она года реально? Смотри, вот она спереди. И номер смотри тоже. Зачетно. Эта тачка явно не только 90, хорошо, а еще что-то. Это район, какой район, какой это? Московский район, да? Московский район, да. Рябцево. А район-то московский, от московского тут ничего. Типа, сколько взгляд, а где он, 7 или 8 года? Состояние, сами видите, на глаз, например. Поближе ко мне подходи, потому что там попал. Что внутри этого? Разбитые опорники, какой-то сырой аккумулятор. Тут, конечно, дело в чем. Но это вот этой херней. У него там находится номер, по которому гаишники смотрят. Номер, чтобы ставить на учет. Я, короче, сломал, тут разломал, подошел к гаишнику, говорю: ну вы будете смотреть? Он такой: нет, езжай. Кондиционер не работает. Вот это что? Это жидкость ГУРа, но если... Вот это? Я сам не знаю, что это. Ну, короче, если посмотреть по его цвету, этот цвет ни хрена не такой, который должен быть. Он, короче, серый, он должен быть красного цвета. Вот, что мне показывал? Это что, щуп масляный, что? Нормально. Примерно так выглядит. Двигатель 1.4. Вспомнил историю сразу же, когда мы купили первую машину. Рено Клио. И нам надо было залить... Первую машину у нас была десятка. Вторая машина, да, Рено Клио.
Я, короче, не мог найти, куда заливать воду. Мы открыли, но не могли понять. Теперь ты здесь оставишь, куда заливать воду. Ну, багажник. Багажник. Да. Хлам разрухал, все дела. Всякие тачки, инструменты. Дополнительный рюкзак, да? Вы не думаете, что связан у нас бобцор с выкинутой помойкой и этот рюкзак? Нет, это я. Вы все равно не знаете, как это называется. Куча всякого хлама, вообще по размеру он намного больше, чем на предыдущей машине. Пойдем, короче, в самую крупную клинику. Так, по салону что мы имеем? Руль с гидроусилителем. Фары горят. Вот, все работает. Вода брызгает. Ну-ка еще раз брызни. Она брызгает туда, наверх. Еще. Да, она туда улетает? Еще. Вот так вот она работает. Еще раз брызни. Там, блин, у меня воды. Берегите воду. Вода наша, все. Короче, все работает, все светится. Магнитолог работает. Но мы ее сушим очень редко. Бардачок имеется. Маска, как всегда. Стаканчик, ну конечно же. Чтобы в прессе не было стаканчика. Слово быть не может. Сиденье не раскладывается. Влажные салфетки для подтирания. Подтирание? Ну твоего, не моего. Подтирание слез от смеха. От таких охренительных шуток. Вентилятор работает только максимально, но это вопросы мы исправим. Все остальное... Снегает. Все. Что еще? Маска есть, мы уже рассказывали. Все, машина едет. Все. Чем еще заняться? Ничем. Получил долгожданную шурму. Какие страсти из-за шурмы, представляете? Блин, а он мне не сказал, какая где. Я хер его знаю, короче. По запаху определять. Не поймешь. Где чья? По-моему, вот это свинина вонючая. Попробуй, узнаешь. Короче, вышло две шаурмы 330 рублей. То есть какая-то стоит... Это сколько? Одна 170, одна 160. Хрен его знает, какая, к чему она дешевле. Может, где-то лук положить, где-то нет. Давайте пробовать. Шаурма как шаурма. Но она вкусная. Я вам всем советую, если что. Сегодня просто какой-то, я не знаю, какой-то кипиш. Что-то у них там не получается. Куча народу, все дела. Спецзаказы и так далее. Так что, шаурма обычной формы. Вроде, знаешь, какие-то делают в виде палок каких-то, я не знаю, какие-то более квадратные. Что внутри? Внутри. Ну, вот у меня выглядит так. Слушай, реально в натуре лука нет. Я не могу определить, что за мясо, если честно. Да, у меня свинина. Я по запаху определил. Я уже на меня в этом плане этот нюх наметанный, поэтому все нормально. Что еще могу рассказать? Ну, шаурма с курицей — это наш операторский, да. Это вот зарплата за сегодняшнюю работу. Вот. Благодарю. Да не за что, обращайтесь еще. Но через пару недель только. Вот. Получается, сейчас мы доедаем шаурму, едем домой. Я гоню за Пивчанским, и мы идем на стрим.
Вот такой у нас примерно обзор. Я ж не буду прям типа жрать шаурму на камеру. Что вы так? Какая вкусняшка. Блять. Это вот к слову о том, что почему я ем шаурму сидя и в белых штанах, потому что вот это все будет на мне. Зная себя, я по-любому обмораюсь. Возможно, в какой-то момент на видео это даже произойдет. Ну, не знаю. Вот такой вот у нас обзор на шаурму. На самый лучший шаурма Нижнего Новгорода, по моему скромному мнению, имхо. Я никому не навязываю, но если будете в Нижнем Новгороде, обязательно сходите сюда. Этой шаурме, ну, я поставлю сколько из 10, ну, наверное, 9 баллов и минус балл из-за того, что отсутствует лук. Ох, прям так волнуюсь, надеюсь, меня сейчас не запиздят за эту оценку. Все, конец, да? Будь не снимаешь.